Нижегородский «Старт» открыл новый сезон чемпионата России по хоккею с мячом на домашнем стадионе. Начало самого чемпионата вышло неудачным для хоккеистов Андрея Бегунова. Да и в целом календарь для нижегородцев получается сложным. На старте одни лидеры. Вот и на первую домашнюю игру в гости к «Старту» приехал иркутский «Байкал-Энергия», который выиграл последние три матча. С таким же настроем «Байкал» и начал первый тайм на стадионе «Труд». Хоккеисты Евгения Хвалько открывают счет уже на 7-й минуте после ошибки защитников «Старта». Нижегородцы через 10 минут отвечают с пенальти. Максим Ширяев точен с 12 метров. Под конец первой половины «Байкал-Энергия» вновь выходит вперед и также с пенальти. Первый тайм какой-то сумбур был. Вообще непонятно. В оборонительной линии играли молча. Просыпали все передачи, продольные, верховые. Ловили нас на разворотах, не успевали мы закрывать зоны, в которые шли передачи. Во втором тайме «Старт» играет уже против ветра, и все же атаки проходят, и нижегородцы более уверенно двигаются и смелее подходят к воротам. После двух подряд удалений у «Байкала» главный тренер гостей берет тайм-аут, который оказывается ключевым в этом матче. После него хоккеисты Иркутска забивают два подряд мяча и делают счет крупным. Но как раз это ошибка, мы чуть-чуть разъехались в центре поля, стали играть широко, и от этого пошли удаления. Игроки «Старта» стали проскакивать в центр поля, и не успел. Думаю, что если бы раньше взял тайм-аут, было бы все намного спокойнее. После пропущенных мячей времени для того, чтобы попытаться вытащить игру у «Старта», уже не было. Все идет от того, что сил просто не было во втором тайме. Игра еще против ветра, все наложилось из-за этого. Никакого комбинационного хоккея вообще ничего не было. Следующий матч хоккейный клуб «Старт» проведет также на стадионе «Труд». 24 ноября во вторник в гости к нижегородцам приедет не менее грозный соперник «СКА «Нефтяник» из Хабаровска. Игра начнется в 13:00. К сожалению, болельщики на арену не допускаются. Прямую трансляцию матча хоккейный клуб «Старт» проведет в своей группе в социальной сети. Артемий Катков, Ренат Бикбаев. Время новостей.